вставили три вентилятора. Ну, на лето там понятно. А сейчас все это гонит. Холод. На улице сегодня 2 градуса тепла только. А дальше-то зима под 40 градусов. Все у нас будет. Я бы никогда сам не стал это делать. Никогда этого не было. Никто не знал вентилятор. Как же люди-то сидят? В монастырях везде, и в подземельях, и в камерах. Так а тряпку-то не вытаскивал бы ты, прям за тряпкой бы эту подоткнул. Я думаю, тряпка никак бы не помешала. Полностью тряпкой забить, и все, ничего и не надо было бы. Тряпка там в промежуток воздуха между ними. А тряпка, так сказать, а воздух плохой проводник тепла. А то, что ты делаешь вот это вот, а в три, так это по краям-то еще сколько там? Никакая пена не возьмет. А потом ломать. А это выдернул бы и все. Она, видите, что пробьет мороз тряпку. Дал, говорит, моду, да сам воду. Никогда не было, сколько жили. О-хо-хо-хо-хо. Точно никогда не подойдет там. Промерзать будет еще. Вот что будет. Вот показано. Над нами как раз это рухнуло. Буря была и на крышу грохнула. Там он тоже, видать, упал и расколотил. Макушки лишние. Не зря их пилят деревья так низко. Вот я знаю, потеряевки некоторые наши начинают стекла вот эти выставлять. Ну и побыли, да, сеточка у них там была. Уехали, все бросили, стекло на полу лежит, раздавили. А дальше, и зачем? Я себе сделала, ты думай. Я за ними хожу подбираю, теперь мне надо вставить, а сама не может вставить. Ну, помолчала бы. Я говорю, всегда показываю на тех, которые никогда не выставляют. Никогда. Вот она у нас, Серафима Гавриловна, она никогда никаких форточек не имеет и ни нужды не имеет. Никаких вентиляторов. Ого-го. Не слушаются и делают. А он, говорит, не разреши это на меня. Говорит, а я возьми да разреши. Так они меня давай целовать, обнимать. Да что, я сдался перед вами. Делайте, что хотите. Вот здесь Володя сделал и запечатал. Нет бы еще как сделать. Я не знаю, еще здесь вот это то ли сделали. Похоже, здесь. Вот там что-то железный провод идет туда. Печная труба, ведро накрыто, чтобы дождь шел мимо. Но ничего не сделать. Не слушаются. Вон голуби. Сели на трубу, хвосты опустили. У матушки как-то печка не топится. Я начал чистить, кажется, 6 голубей там. Они, видать, угореют, голова закружится и падает туда тепла. А там высушились мумии негниющие, нетленные мощи голубинные. Этот порубил, старая вишня была. Она дала такие ростки. Загляденье красиво. А тут яблоньки. Вот.
Надежда Савинцева Дмуха, она тут загородила, выкопала яму. Вот принялась яблоня одна, принялась яблоня вторая. Осадили больше, видать, не принялись. Нету больше. Ну, еще надо смотреть, как это вишня будет. Ой. Все везде надо смотреть. А что тут? Это на улице у нас надпись.